Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Ники Вайпер до того, как она стала известна. Ну а вы за это обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. И переходите в мой инстаграм. Там я постоянно общаюсь со своими подписчиками и разыгрываю денежные призы. А теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Детство и юность. Вероника Назинцева родилась 21 мая 1988 году в Новосибирске. Ника была долгожданным ребенком. Родители около 10 лет мечтали о ребенке. Что произошло между ними, неизвестно. Но когда малышке исполнился год, родители развелись. Отец отправился в Воронеж, а Ника с мамой осталась в Сибири. Несмотря на это, папа часто общался с дочерью, приезжал в гости и водил девочку на птичий рынок. С тех пор будущая звезда интернета полюбила животных и захотела стать ветеринаром. Мама Ники работала преподавателем в вузе и занималась репетиторством. От нее девочка получила способности к гуманитарным наукам, школу окончила с серебряной медалью. По настоянию матери поступила в Институт иностранных языков и получила работу в престижной новосибирской компании. Однако мечту покорить Москву девушка не оставляла и вскоре отправилась в столицу. Переводчиком ей быть уже не хотелось. Вайпер всегда выделялась яркой внешностью, поэтому решилась обратиться в модельное агентство, где ее с радостью приглашали на съемки. Став известной моделью, она погрузилась в творчество, блог и творчество. Реализовать неуемный творческий потенциал Вайпер решила в видеоблоге. Она начала снимать короткие юмористические видео – вайны. Поначалу отклика у пользователей это не получило. И в течение полугода просмотров и подписчиков было мало. Но сдаваться блогер не планировала, а снова и снова ставила эксперименты. Пользователь Всемирной паутины отметили ролики, совместно снятые с Кариной Кросс. Сюжеты слабодневные и знакомы каждому зрителю. При этом девушки работают в своем фирменном стиле. Творчество блогера становится все популярнее, а число подписчиков в социальных сетях растет с каждым часом. Ника отличается от других вайнеров, по мнению ее почитателей, сильной харизмой и самоиронией. При всем этом девушка не участвует в скандальных историях и не старается зацепить аудиторию черным пиаром. Кроме сюжетных забавных короткометражек, Ника снимает видео и на серьезные темы – социальные и политические. Сибирячка пыталась обратить внимание общественности на лесные пожары, бушевавшие на ее родине летом 2019 года. Также есть видео, в котором она призывает законодательно реагировать на домашнее насилие над женщинами. Личная жизнь. Про личную жизнь блогер предпочитает не рассказывать публике. Известно, что она не была замужем и у нее нет детей. Поклонникам остается только догадываться, занято ли ее сердце или нет. Увидев в сети ранние фото модели, фанаты предположили, что Ника прибегала к помощи пластических хирургов. Особо внимательные поклонники рассмотрели следы пластики на груди, скулах и носу. Однако сама знаменитость это не подтверждает, уверяя, что все это подарок генетике и результат вегетарианства. К слову, фигура Вайпер заслуживает восхищения. При росте 1,78 м ее вес составляет 54 килограмма. Снимки в купальнике, которыми она часто радует подписчиков, не оставляют равнодушным никого. И да, кстати, детская любовь к животным не прошла. У модели дома живут 5 питомцев. У одного из них даже есть страница в Инстаграме. Помимо этого, Вайпер занимается благотворительностью и пристраивает бездомных животных. Ну а сейчас Ника продолжает снимать видео и радовать своих подписчиков. Ну а на этом мой видеоролик подошел к концу. Если вам все понравилось, то с вас лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это после Underground.